Всем здравствуйте, дорогие зрители. Нашел двухкомнатную квартирку под ключ в новостройке, которая была сдана год назад. Значит, в этой новостройке у нас из инфраструктуры беседочка. Здесь у нас зона барбекю. Есть бассейн. Центральная часть Махмутлара, недалеко от моря, недалеко от башни часов. Вот у нас в той стороне башня часов, банкомат, ресторан, все рядом, в шаговой доступности. Супер место расположения. Здесь у нас двери закрываются на ключ. Как бы сейчас закрою, чтобы понимали. Угу. Все. Ага. Вот такое здание. Квартира продается на третьем этаже проекта. Здесь у нас вход. Айдату это резиденция 100 лир. Вот такой лифт, вместимый 6 человек. Поднимаемся на третий этаж, он как четвертый этаж. Так. Вот такая площадка у нас лестничная. На этаже у нас 5 квартир. Здесь вот есть место, чтобы поставить велосипед. Тут у нас вход в квартиру. Вот такие двери красивые. Значит, сразу покажу. Здесь спальня. Такая вот спальня. Просторная, не маленькая. Где-то есть тут 14 квадратных метров минимум. Брутто в этой квартире 62 квадратных метра. А жилая площадь где-то 53-54. Вот высокие потолки, как вы видите. Здесь у нас санузел. Стоит проточный водонагреватель электронной фирмы Veito. Так, здесь закроем дверь. Домофон также есть. Так. Здесь у нас гостиная, совмещенная с кухней. Вот такой кондиционер фирмы БК. Мягкая мебель. Бытовая техника Кумтел, мало использована. Ключи от квартиры только у меня, обращайтесь. Помогу, чем смогу. Также здесь у нас мрамор. Также есть другие варианты недвижимости. Здесь холодильник Westfrost. Стиральная машинка Nexon. И выход на балкон тут. Такой на балкон. Отсюда у нас вот там море. Максимум 230 метров расстояние до воды Средиземного моря. В этой стороне парк. С левой стороны банкоматы, рестораны. Вот там у нас субботний рынок на данный момент. Время съемки 17:15. Закроем дверь. Шумоизоляция тоже хорошая. Ликвидная квартира. Цена тоже очень хорошая. Сейчас цену скажем. Цена этой квартиры 54 500 евро. Новостройка. Здание годик. Инфраструктуру вы уже увидели. Айдат 100 лир. Средний этаж проекта. В очень хорошем месторасположении. Восточная сторона у квартиры. Так что выбирайте, дорогие зрители. Квартира срочная продажа. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем желаю радости, счастья, добра, здоровья, благополучия и побольше улыбок. Всем пока-пока.